Так, ну что, наши детки Кэтрин и Джерри проводят совсем еще немножко времени у нас дома, и мы собираемся уже в путь-дорожку. Сейчас мои зайчики перед дорогой покушают. Иди, моя хорошая. Давай, Джерричек, давай, иди, мой сладкий. Давай, иди, не стесняйся. Покушают, и тогда мы уже перед дорожкой, я буду знать, что они поели, все хорошо у них. И в дороге их, конечно, будут еще кормить, но тем не менее я буду уже спокойна. Детки кушают, еще сходим в туалет и тогда в путь, дорожку счастливую, радостную жизнь. Ну, вот так вот, сладкие мои, кушайте, кушайте. Чтобы мама уже была спокойна. Вот так вот они. Собираемся. Полный бардак у нас тут. Мы собираемся потихоньку. Собираемся. Джерик, ты думаешь, там вкуснее, малыш? Ну, давай, я тебе поближе поставлю. Давай поближе поставлю. Ну вот, конечно, он думает, а вдруг там что-то другое дали. Поэтому они посмотрят и там, и тут. Ну что, наши детки собраны. Едут у нас сегодня двое собачек в Москву. Это Джерик и Кэтрин. У Кэтрин два пакетика. Ну, потому что Кэтрин будет дальше продолжать свой путь к своей маме в Америку. Поэтому Катюнечка едет с двумя пакетиками. Все, все собраны, детки собраны. Сейчас наводим красоту и выезжаем. Добрый час. Ой, что тут видно?